Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Именно такую сумму готов заплатить актер-адвокату Эльману Пашаеву. Адвокат Эльман Пашаев может защитить Михаила Ефремова за 10 миллионов рублей. Такие подробности озвучила Анна Бутырина, ранее работавшая с Пашаевым. Теперь она представляет интересы семьи погибшего Захарова. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Бутырина призналась, что Эльман Пашаев обещал освободить актера за минимум 10 миллионов. Кроме того, правозащитница отметила, что родственники Захарова теперь уже не ждут извинений ни от Ефремова, ни от его адвоката из-за их поведения. Анна Бутырина также рассказала, что Михаил Ефремов 5 раз давал показания на допросах, где признавал свою вину. Но после начал ссылаться на потерю памяти в тот день. Авария в Москве с автомобилем Ефремова случилась 8 июня. После ДТП второй его участник Сергей Захаров умер в больнице. На одной из заседаний суда Эльман Пашаев привел тайного свидетеля, который утверждал, что за рулем внедорожника был не Ефремов. Также он требовал отвод судьи, но ходатайство было отклонено. После Ефремов решил найти себе нового защитника, но все-таки продолжил работать с Пашаевым. Очередное заседание запланировано на 31 августа. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!